как в домашних условиях победить белокрылку, если ее стало много и она никак не выводится. Первое. Нам понадобится два препарата. Первый – биобластер, абсолютно натуральный препарат, который при касании насекомого сразу его убивает. И второй – яйцехруст, который блокирует выведение из яиц личинок белокрылки. То есть вы, получается, убиваете и яйца, и насекомых, и проблема полностью решена.